Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сошьем красивую блузу-платье из оригинальной хлопковой ткани, на которой уже напечатан крой мужской рубашки. Но платье у нас будет женским, поэтому крой мы вырежем, скорректируем, и быстро, и красиво. И вещь получится очень модной. Сначала вырезаем спинку. Затем вырезаем полочки и рукава. Так как у нас будет блуза-платье, а не рубашка, соединяем полочки посередине, совмещая рисунок, скалываем и прошиваем на машинке. Корректируем горловину, будет она по форме лодочки. Складываем спинку и полочку и сшиваем плечики и бока. Края обрабатываем на верлоке. Крепим рукава к основе. Горловину обрабатываем трикотажным кружевом. Обновку можно примерять. Подобрать низ к этой блузе очень просто. Подойдут любые узкие брюки или голубые джинсы. Кстати, вся красота обошлась в 1000 рублей. И никто не догадается, что это был крой обычной мужской рубашки. Ольга Никишичева, Дмитрий Лихачев, Евгений Смирнов, Первый канал.